Здесь профессионалы помогают совершенствовать свои навыки в обработке листового металла. За последние 3 года мы помогли более чем 300 кровельных мастеров продвинуться в обработке листового металла. Поскольку мы сами являемся экспертами в области ремесел шпенглера и специализируемся в этой области, мы знаем, о чем говорим. Меня зовут Мартин Бак, и, возможно, ты когда-нибудь слышал о Спинелла ТВ. Я говорю тебе это не для того, чтобы хвастаться, а чтобы показать тебе, что мы заняли лидирующие позиции в области обработки листового металла и обладаем знаниями выше среднего уровня, которые мы ежедневно используем для себя и для наших клиентов. Говорю тебе, что это так, но я хочу показать тебе, что мы достигли лучших результатов в области обработки листового металла и обладаем знаниями, превосходящими среднее. За последние 2 года спрос на наши онлайн-продукты постоянно рос, и теперь мы решили сделать следующий шаг с этой телевизионной академией Спенджа. Но подожди минутку, остановись. Давайте честно скажем, онлайн-обучение ремесленникам – это вообще работает? На наш взгляд, даже очень хорош. Наш учебный контент можно получить онлайн из любого места. Будь то в офисе, в твоей гостиной или даже на строительной площадке. Мы показываем наш независимый учебный контент, обеспечивая непрерывное образование без рекламы и без привязки к производителю, ориентированное на то, что действительно важно. И все это даже проще, чем ты думаешь. Вот почему наши знания могут быть интересны тебе, если ты хочешь развиваться в области ремесел шпенглера и обработки листового металла. Контент, который ты можешь перенести в свою компанию и даже частично использовать один на один. Мы даем тебе глубокое представление о нашей компании, о нашем структурированном и эффективном способе работы. Все наши знания в виде тренингов, видеороликов, контрольных списков и шаблонов включены в эту программу обучения, чтобы ты мог расширить свои навыки и получить максимальную отдачу от роста своего бизнеса. Мы обсуждаем возможные ошибки, как ты можешь их избежать. Ты можешь немедленно применить полученные навыки в своей компании. Мы покажем тебе, как ты можешь сэкономить деньги, пройдя обучение внутри компании в Спренджи ТВ Academy. Кроме того, если у тебя есть вопросы, и ты не знаешь, как использовать изученный контент для своей компании, мы поможем тебе индивидуально. Да, для кого все это сейчас подходит? Наши учебные программы подходят для предпринимателей, которые уже имеют опыт работы с листовым металлом и хотели бы получить профессиональное образование в своей компании бесплатно от производителей, а также для профессионалов, работающих на руководящих должностях в специализированных фирмах. То есть все, кто хочет, чтобы мы прошли обучение в качестве специалистов по обработке листового металла. Назначь дату первого собеседования прямо сейчас и посмотри, имеет ли смысл то, что мы знаем для твоей компании.